Дмитрий, тут трубу прорвало. Вода не дает прожечь проход. Нужны саперы для подрыва. Я Альха, Красный 3. Отстави саперов. Ищи вентиль, перекрой заслонку. Как понял? Принято, Альха. Альха, это Красный 3. Вентиль нашел. Двигаюсь дальше. Молодец, Красный 3.
нас покусают. Но тут и не лазят. Не было таких случаев. Не те это червяки. На мозги, правда, смотри, не поел ли гни. Оском сейчас на зеленке жадный. Искупаешься, облучение, считай, за 3 дня схватил. А дополнительную дозу никто тебе не выделит.
Выдвигайтесь. Ага. А ты чего тут застрял? Да огнемет, зараза, давление не держит. А где травит, не найду. У тебя топлива не будет? Я на такую густую дрянь не рассчитывал. Хоть залезь, Вячеслав Михайлович. Берите. Спасибо, выручаешь командира. Это для карьеры, говорят, полезно. А гнили и правда густо, я столько не видел никогда. Ага, вот же оно. О, заработало! Ну, пошел я своих догонять, Вячеслав Михайлович. Удачной охоты!